Да, я в курсе, что это жареная картошка с яйцами. Но ключевым элементом при готовке этой картошки является ручка от этой сковороды. Этой сковороде больше, чем мне. Скажите мне, пожалуйста, почему тогда, когда еще горы были более высокие, а люди были более высокие, товарищ Сталин знал, что при Советском Союзе надо делать качественную работу, делать так, чтобы она могла работать. Снял, поставил. Это вам не Китай. Хина. Чина. А я понимаю, что плита не помыта. Но картошка не изменилась. Она пахнет аппетитно. Вы это не можете увидеть или почувствовать. Сейчас я еще порежу. Сало сделаю, смалец. У меня до утра еще много времени. Меня интересует другой вопрос. Почему война не может закончиться? Сколько еще надо крови? Сколько еще надо людей? Я, кстати, несколько лет назад подарил своей родной сестре, не сестре, а моя боевая подруга мне подарила «Хочу с тобою, когда будем вместе». Мистер Вил. Вы знаете Мистер Вил? Это, кстати, второй город в Украине. Самый безопасный. Не настолько безопасный, как вы себе думаете. Вы не обращайте внимания на то, что находится сверху. Потому что у меня дома. Это у меня дома. Если я буду зарабатывать столько, сколько я достоин, будет все совсем по-другому. Это так просто. Фигли. Как деться в нотаре, отдыхаем. Общежитие. Вообще-то я нахожусь вся дома. Если кому-то что-то не нравится, ставьте отрицательные комментарии. Я буду тоже благодарен за то, что вы хотя бы уделили внимание. Вторые сутки или третьи идет боевое дежурство. Почему время тяну? Потому что мне надо так. А вам? Ну вы для чего это смотрите? Угостить вас картошкой, приходите. Город Мукачево, Закарпатская область. Улица Менделеева, дом 9. Контактный номер у меня написан в моем YouTube канале. 099-73-23-600. Еще раз говорю. Мой имейл mt09-73-23-600@gmail.com. Еще раз говорю, для того, чтобы выйти на мой канал, достаточно набрать 1L и после
6 2 0, набираете любые цифры и опять попадаете на мое видео. И опять попадаете на мой канал. Почему так? То я разработал новую технологию. Каждое мое YouTube видео подписано порядком номером 1L и какие-то цифры. Не верите? Проверьте. Наберите сейчас 1L777. Это, кстати, пока еще зарезервированный номер. Он будет тогда, когда у меня включится монетизация. Ну, давайте, берегите. У вас еще все впереди. Спасибо. Я вам очень благодарен. Сейчас все пригорит. И уже не с кем будет составить компанию. Спасибо, ребят. Вы лучшие. Это кофе.